Данный год он не отличился от какого-то другого в плане Кубка мира, да, только качеством снега, качеством лыжни. Потому что, я не знаю, если взять аналитику, минимум там 80 или 70% этапа Кубка мира в Оберхофе, он в такой. И я в свое время бегал там в такую погоду, где мокрый сырой снег, там еще сейчас трасса проходит так, где нет спуска, волчий овраг, где там скорость разгоняли до 70 км в час, я сам там на масс-старте там так летел, что, в общем, кубарем там выпали все обоймы на самом первом кругу. Тоже было весело.